Спуститесь туда вниз. И там запишите его со всех сторон. И там дайте объяснение, что тут делается. Давай. Че, пойдем, Степа? Камыш слушать. Интересно, зато. Ты давай смотри, где в нем, где можно спуститься-то. Здесь. Давай здесь. Ой. Только шею не сломай свою. Рыбачит у нас, покажи отсюда. Ага. Вот отсюда зайди, ветки не мешают. Вот. Чистое место, Володя. А вот видно, видно, тут тоже. Скажи, из Барнаула приехали, рыбачит. Из Барнаула. И увозят на грузовике, скажи, не просто так. Увозят на грузовике. Рыба, да. Степа уже там скрылся. Как нора бобра. Ты иди, где ж этот? Можно спуститься. Спускайся, спускайся. А? Спускайся, конечно. Сюда, сходи вниз туда один. Или побеседуйте, там что-то скажите. Самый камыш где шумит. Пройдите туда. Угу. Я туда вам там взял. Поставите незаметно, сколько они. Сидите сюда, вон сюда, пройдите, пока не сюда. Куда? Туда? Туда, в ту сторону. Ага. Направление, налево. Ага. Ой-ой-ой, куда нас послали? Аккуратно. О, какой камыш, выше меня ростом. Что-то вода тут все-таки стоит, да? Да. А у тебя целые они? Да. Не дырявые? У меня-то как раз не дырявые. Я не пойду, Степа. У меня дырявые, я же... Не... Выше твоего роста, да? Ну, конечно. Вот он. Надо мне спуститься. О! Степа, я пошел, потому что там сырость. Я не смогу идти. Ой-ой, спуститься-то легче. А попробую поднимись сейчас тут. Там тепло сейчас, там ветра нету. О, Степа, где у нас ходит? Вон он, в камыше. Двигается. Ага, мир тебе. Я туда, да? Ну да. Где камыш шумит? О, отлично. А это камыш такой? Да, вот он. А шумит, шумит он? Шумит. Вот это Арсений ему сказал. Зачем слушать, если монахи? Нельзя слушать. Шум камыша слушали, он и выговор сделал. Ну что сказать? Я не могу идти, у меня эти-то не резиновые. Понятно, гляди. Камыш полетел. Он не тонет. У Игоря дом-то из камыша. Да, да, знаю. Он пустотелый. Его очень удобно косить, когда застынет. Ровная поверхность по льду, литок. Ни кочек, ни кротов нету. Да, брат. С миром. Мы как-то ехали на лето заготавливать. Ну и с собой коса позже была.
А в вагоне люди видят, а, мы еще... а куда это мы косить едем? Не знаю, брат. Косить. Мы пока на дамбе. Уже снег выпал. Косить, косить. Ага, давай с Богом, позвоним. Не от работы косить. Ой-ой-ой. Степа уже там вон. Степа, а? Степа вон ходит. Кто ходит? Степа. Степа где? А вон обойдите с правой стороны деревья. О-о-о! Степу-то не видать почти. Так она выше его ростом-то. Так она и меня выше. Шумит он, нет? Эх, я не слышу, но я это увеличу его. Послушайте шум камыша. Вот сегодня посмотри, сколько мы забили, глянь. Две заклепки там поставили и вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 10 метров. Прошу, 10 метров. Ну, неплохо, а 10 да. метров дамба, это здорово. А потом будем тут бутить. Нам главное забить. Пока сила есть. Ну все, наверное. Это лог. После Ноева потопа остался. Давай, попробуем. Отлетит угол. Вот сейчас будем бить, он отвалится. Смотри. Береза, значит, слабоватая в этом отношении, да? Вот это вот бугор этот может отлететь. А там-то видишь что? Деревяшка. Это вполне может она быть. Вот, 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 вот. Я руку не убрал, а ты машешь сильно. Давай. Вот так вот. Видишь, как он становится, залазит на эту. Какая опасная работа. О! Все уже. Батарейки сели. Да что такое? Не идет. Так все. Это что-то она уперлась. Вот все три тут во что-то уперлись. Мы там, наверное, брёвна идут, которые мы закладывали. А, точно. А ну-ка давай еще. Нет, не надо. Выходи давай уже. Давай вот эту вот. Давайте. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Все, бей. Все. А Степа так в камышах застрял. Все, Степа, выходи давай. А? Выходи давай из камышей-то. Ага. Сука, в воде плаваешь. Слава Христу. Аллилуйя.